Дорогие друзья, ровно год назад в новогоднем телевизионном эфире я поздравил всех стихотворением, четверостишьем. Это был экспромт. Со временем на это четверостишье я написал песню, которую с удовольствием сейчас для вас исполню. Я поздравляю всех с Новым годом. Искренне и от души желаю, чтобы все пожелания, поздравления от ваших родных, близких, друзей и знакомых непременно сбылись, осуществились, воплотились в жизнь. Мира вам и добра! С Новым годом! Летят события и моменты, проходят дни и месяца. И вот подкрался незаметно последний день календаря. А Новый год уже в пути, он скоро должен к нам прийти. Ему мы с радостью откроем двери. За все, что было и прошло, за то, что будет, мы по сто. За лучшее все в это верим. За старый год мы дружно встанем, бокалами в руках звеня. И бой курантов ждать мы станем в последний день календаря. А Новый год уже в пути, он скоро должен к нам прийти. Ему мы с радостью откроем двери. За все, что было и прошло, за то, что будет, мы во сто. За лучшее все в это верим. Речь президента как отсчет для новой жизни, той, что будет. Листком последним календарь махнет, и Новый год уже наступит. Ведь он давно уже в пути, и скоро должен к нам прийти. Ему мы с радостью откроем двери. За все, что было и прошло, за то, что будет, мы по сто. За лучшее все в это верим. Поднимем.